Расставшись с мужем, Александра Черно пришла на проект, чтобы построить отношения с Дмитрием Мещеряковым. Но он влюбился в ее подругу Элину Рахимову. Саша пыталась сохранить с Димой дружбу, но не получилось. Окончательно разочаровавшись в своем избраннике и осознав ошибку, Александра теперь надеется вернуть семью с Иосифом Оганесяном. Я поняла, что ты-то был идеальный, Йосенька. Что это за реально слова Элины? Ты-то был идеальный. Эльвира Гох испугалась агрессивного поведения Сэма и переехала в общий дом. Вчера ей стало плохо, и она подозревает, что может быть беременной. Все говорят, типа, может, все-таки ты беременна. Уже начинаю себя, знаешь, накручивать, потому что мы не предохранялись. Чтобы у меня был спокойный ребеночек. Но учитывая, какой у него папа. Ой, тяжело, конечно, будет. Но возможное отцовство не смягчило сердце Сэма. Он не готов простить обиды и помириться с Эльвирой. От чего же тошнит Эльвиру? От Сэма или от беременности? И что будет делать с этим Сэм, узнаем с Антоном Бекушевым. Всем добрый вечер. Давайте разбираться в этой истории. Давайте. Второй день – это главная тема нашего проекта. Саймон, хочу начать с тебя. Давай. Ты вчера сказал, так, что будем мириться, детей ты хочешь, будешь добиваться, будешь менять все в отношениях, чтобы снова у нас было все замечательно и прекрасно. Так. И поступки мы увидим тоже твои. Но что я вижу вместо этого? Секунду. Да, плохое настроение, ты в миноре, у тебя снова какой-то упадок сил, вам весь коллектив устраивает свидание, и даже Эльвира идет на это свидание, а ты нет. Какое свидание? Ты даже не знаешь, какое свидание. Оно было одно все. Там, где морда тяпкой была, тогда я просто не учел, что это свидание. А у тебя же тоже она была так такая. Так вот, послушайте, от своих слов не отказываюсь. Я сделал все, чтобы просто был нейтралитет, чтобы мы друг друга никак не цепляли, чтобы не было никаких оскорблений. Я действительно заинтересован в этом. Я не хочу, чтобы как-то это влияло на ее здоровье. Эльвир, ну первое, что такое? Что у тебя лицо просит тяпки, вдруг говорит Саймон? Первое и самое главное, попрошу, чтобы Саймон все-таки уяснил, что у меня не морда, у меня прекрасное личико. Да, красивое, не нужно, пожалуйста, это так говорить. Вот, второе, по поводу анализов ты можешь абсолютно не переживать, я сама со всем этим разберусь. Тебе это никакого отношения, тебе это вообще никакого отношения не имеет. Я сама разберусь, какой бы там ни был результат, тебя тревожить никто абсолютно не будет. Это понятно, я не собираюсь. Неинтересен. Я собираюсь сделать только то, что я должен. Попрошу больше не высказываться в мою сторону абсолютно никак. И не нужно. Ты на проекте, я на проекте, мы будем высказываться. Хорошо, хорошо, но тебя это все, можешь вот по поводу этого вообще даже не интересоваться ничего, никак вообще. Конечно. Все, забудь про это. Саймон, я правильно понимаю, что тебе приходится общаться с Эльвирой только из-за того, что, возможно, будет ребенок? Да, конечно. Ну, а если вдруг окажется, что действительно Эльвира в положении, что тогда будет? Буду делать, что должен. Что обычно должен там мужчина? Ты будешь делать это как отец будущий или как любимый мужчина в том числе? Какой любимый мужчина? Здесь любовью, по-моему, не пахнет. Поэтому просто что должен? Я думаю, что в глубине души, да не в глубине души. Послушайте, а в принципе так и есть. Ты бы хотел возобновить отношения с ней. Я сегодня оценил, и я абсолютно уверен, что это была большая ошибка. Наши отношения – это большая ошибка. Серьезно? Да. И то, что мы действительно на разных этажах понимания, у нас нету, в принципе, даже желания что-либо выяснять. И я понимаю, что без камер с этим человеком я даже не хочу заводить разговор только под камерами, только с третьими лицами, потому что нафиг вообще себе дороже. То есть без камеры она другая? Нет, она такая же. Просто я считаю, что то, что произошло, понимаете, причина расставания не то, что я сагрессировал. А какая на самом деле? А причина была чуть ранее. И я принял это решение, понимаете? То есть объясни, какая была истинная причина вашего расставания? Истинная? Ну вот такая вот ехидная морда, вот такая вот, которая вот хотела меня чисто, которая хотела меня подцепить всячески. Хотя я за весь период нашего вот этого взаимодействия, ухаживания, у меня даже не было вообще мысли, что я могу быть неискренним, понимаешь? Алексей Безус, ты чаще всех общаешься с Саймоном. Может быть, ты понимаешь, что там происходит на самом деле? Да, я абсолютно прекрасно понимаю, что, видите, когда Сэм сказал там, Эльвира, уходи отсюда, да, это же его было решение. Эльвира поддержала. Причина, значит, в другом, не в агрессии. Из-за чего? Вот вы все говорите, из-за чего-то другого было расставание, а из-за чего мы не понимаем? Из-за того, что она
повела себя неуважительно к Сэму. Что плохого? Вы хотите сказать, что Сэм такой сидит и говорит, уходи отсюда? Отношение, которое хочет Эльвира. Не нравится хороший, будет плохой. Вы что меня тоже за дурака держите? Тут все просто. Сэм, никто про это даже и не говорит. Она наоборот много раз говорила, что она не хочет, чтобы ты был плохим. Она таких слов не говорила. Как это не говорила? Я тебе говорила, что мне хочется вот этих эмоций? Нет, ты сказала, хватит притворяться хорошим, давай покажи свое лицо. Теперь будет вот так все. Значит, все, что было сделано, все, что, чем я напитывал наши отношения, это все было притворство. Я сделал вывод. Ты это признаешь? Я сделал вывод. Ты это признаешь, получается? Я сделал вывод. Вот такую черту просто провел. Нафиг, нафиг. Мне это просто не нужно. Серьезно. Вот, все сам признает, расставание из-за этих слов, Антон, случилось. Все, вот из-за этого произошло. Эльвир, ты можешь немножко разъяснить? Вот, видите, вот подтверждает он это. Лицо. Это каждый вот реально, такое, вот тварь Сэм, просто сидит, борщи. Из нее вот так да прям вот такое, прям лезет. Сколько в тебе гнили, вот боже мой, вся вот эта борщи. Пойди на гвоздях постой, я понимаю, что я борщу, я понимаю, но я за это уже извиняться не буду. Из нее просто вот лезет вот это вот прям вот, прям мерзкий, какой-то яд мерзкий, вот этот вот, понимаете? Мерзкий, психически неуравновешенный. Вот, видите, то есть ей хочется, да. Ей хочется. Да, я понял, она специально тыкает на больные. Конечно, конечно, она триггерит. Специально, конечно, я специально убила сейчас. Но, ребят, бардак, по очереди. Я вам серьезно говорю, шах и мат будет за мной. Вот вы просто, вы вспомните вот этот день, я вам клянусь просто. Эльвира, ты понимаешь, о чем идет речь? Слушайте, я не хочу это обсуждать уже, вот правда, я не хочу ругаться, тут столько оскорблений в мою сторону льется, мне уже вообще хочется закрыть эту тему, правда, мы не будем уже вместе никогда, он мне вообще не интересен, хорошо. Не нужен никогда, понял, до свидания. Понял. Лиза Субботина, подруга Эльвиры, да, что могу сказать, очень разочарованно слышать такие вообще высказывания Сэма, он реально агрессирует в сторону Эльвиры и позволяет себе оскорбления. Для девушки, с которой встречался раньше, для меня это поведение все-таки не про мужское. Хотя, как бы я к Сэму всегда хорошо относилась, наоборот, подмечала его поведение раньше в другом ключе. Но сейчас смотрю на него и вот, честно, вообще не узнаю, так сказать, прям. Элина. Эльвира говорит о том, что у нее есть чувства. Но если есть чувства, почему мы не можем хотя бы действительно сохранить этот момент и продолжить? Тебя, возможно, что-то будет меняться. Никакого. Возможно, вы будете дальше разговаривать, общаться, что-то. Ребят, мне Подожди. Ты реально только ну, что ты... Серьезно? Правда, ты оскорбил Саймон. Ее, Саймон. Когда я оскорбил? Разве это... Вы можете сейчас ты дать... Твое поведение, как вы можете сейчас дать абсолютно... Поведение. Ты кто? Вы можете... Ты кто такой? Вы как можете... ты себя ведешь? Ты хорошо. Мужчина? Ты настоящий мужчина? Да вы нет, можете ноль. Дать сейчас нет. Абсолютно другое определение. Но я это увидел, я это считал. Зачем вы вот тоже, коллектив старается, сидит вот так из себя, выдавливает вот это. Зачем вот за этим всем наблюдать? Потому что ребята видят, что точка еще не поставлена. Она поставлена в тот момент, как только я ее вышвырнул из квартиры. Саша Черно, ты как считаешь, могут ли ребята еще быть вместе? Нет, не горжусь. Просто мне такое не нужно. Такое. Ребят, давайте послушаем мнение Саши. Да, давайте. Черно, ты умеешь ставить точки? Как думаешь, здесь точка или многоточие? Смотрите, на самом деле, что я хочу сказать. Во-первых, я очень много лет знаю скорпионов. Вот, здесь их присутствует двое. У них всегда идет реакция от обратного. То есть они показывают на самом деле там вот эти вот свои шипы, иголки. Но внутри они безумно нежные, безумно ранимые. И им достаточно сложно показать ту самую натуру, которая внутри них. Саймон, я понимаю, насколько тебе тяжело дается действительно и извиняться, и идти на примирение. И какие-то первые шаги делать. Ну, без оскорблений, пожалуйста, потому что это действительно очень сильно отталкивает. Все, тогда нас просто не сводите, я ухожу от конфликта. Сегодня была попытка, я ушел от конфликта. Я бы ей высказал, сказал, что с лицом бы. Ну, я по-любому бы сказал, ну, ушел. Тигран, видите, а как вот ты считаешь, должен ли мужчина свои эмоции все-таки как-то держать в руках? Послушайте, эмоции мы все должны держать, независимо от мужчина ты или женщина, но... В начале отношений идет притирка, и мы все это знаем, проходили. Уже два человека, сформированная личность. Кто-то так привык, кто-то так. В любом случае, у нас с Викой тоже были там моменты, которые недопустимы в отношениях адекватных. Ну, не будем. Я могу вспомнить. Я тоже там бывал и душил тоже, да, еще какие-то моменты. Это меня не красит, да, но сейчас этого нет.
Сейчас уже есть семья, и даже дело, ну, далеко не в ребенке, а дело в том, что мы прошли этот путь. Поэтому, Эльвир, если он показал там какую-то вспыльчивость, это не означает, что он будет таким всю жизнь. Он адекватный парень. Но, послушай, это называется притирка. Где-то какие-то слова непонятны были, там что-то он недопонял, и так происходит. Это первое. Но я думаю, что... А, еще хотел, я в шоке был, что он сырники сделал. Ты действительно, по-моему, принес сырники, и ты... Он ничего мне так и не принес, я их и не видел. Ребят, потому ну хорошо, ты сделал сырники, прекрасно, но за них надо быть, же да. Дальше я двигаться. Тоже, да не надо сейчас двигаться, я просто, ну, я же тоже не слепой. Я говорю, я оцениваю холодным рассудком сейчас ситуацию. Вот хорошо. Сейчас, может быть, дал эмоции, но чуть-чуть вот ранее, вот буквально там хорошо. 10 минут назад. Давайте подведем итог, что мы имеем в сухом остатке. Если Эльвира не беременна, значит, вы друг другу чужие люди, малоприятные и не общаетесь. Правильно? 100% малоприятно. Если все-таки, возможно, ребенок есть, Эльвира в положении, тогда... А, Эльвир, что ты будешь у нас матерью-одиночкой, да? Правильно? Да. Да. Будем малоприятны, и каждый будет делать то, что должен. Нет. Да. Ты согласен? Про что? Да. Если Эльвира в положении, она будет воспитывать ребенка одна. Нет, я буду просто делать то, что должен. Как там, на уровне там, законодательства, или на уровне морали какой-то своей. Ну, то есть отец выходного дня, грубо ну, говоря. Ну, видимо так, ведь мы малоприятны друг другу. Ну, люди. Почему выходного дня? Вчера говорил, по-другому. Это одинаковые родители, да, почему? Да, вчера расчувствовался, просто увидел ее, а сейчас вот увидел. То есть будешь платить алименты, будешь поддерживать финансово, но 100%. Семьи у вас не будет. Ну, какая семья, посмотрите, вы что. Хорошо, понял вашу посмотрите, позицию. Ну, тогда что? Давайте мы дождемся просто итога. Дождемся результатов теста, анализа. Давайте. И узнаем, ждет ли Эльвира ребенка или нет. А мы идем дальше и переходим к следующей теме. Еще одна семья, которая, возможно, да, возможно, нет. Это, конечно же, Саша и Иосиф. Саша весь день ждала Иосиф. И еще вчера Саша сказала, что она соскучилась, что она готова оставить всех своих мужчин в прошлом и ждет Иосиф только тебя на проекте с сыном. Памятник а вот поставить. Что тебя держит за периметром, я не могу понять. Если уже Саша на все готова, приняла все твои условия, ждет тебя здесь. А она, простите, манна небесная, что ли? Ну, ждет, подожди, ждет. Мы же сами еще говорили недавно про ваше воссоединение. У тебя там были условия. Я уже так понимаю, Саша осознала все свои ошибки, уже все готова все менять. Остался твой выход, Иосиф? Она мне малоприятна. Именно поэтому семьи не быть. Он врет. Ну, а если серьезно, да... Вот, а смотрите на его лицо, смотрите. А мне блевать, что ли, в лицо тебя, Саш, после поцелуя? Ну, прекрати. Чего придуриваться? Чего набивать себе цены? Да, никто цены не бывает. Ребят, мы все взрослые люди, ну, по крайней мере, я. И иду дальше, в чем вопрос? Она здесь, у нее любовь в другом, это очевидно. О, Господи! А может быть, ты испугался Диму на самом деле? Родной, я никого не боюсь. Потому что Дима еще вчера анонсировал, что он за что-то тебе собирается бить лицо. Я не знаю, из-за чего. Пожалуйста, я еще. Что у вас там за бойни за Александру Чернову? Не дай бог, нет, я ни за кого не борюсь. Нет, сказал за мой базар. Давайте тогда позвоним Диме, выясним, что там на самом деле. Саш, я позвонишь? Не буду звонить. Хорошо, тогда я позвонил, Саш. Как я оказался давайте в этом треугольнике? Давайте все-таки поставим с Димой точку. С какого? Еще одну раз точку? Уж так. Спустя 3 месяца? Не, ну просто он говорит, что у него были какие-то там претензии к Иосифу. Хотя... Он сказал же вчера за базар за мой. Причем тут Иосиф? Дима? Да. Привет, это Антон, звоним тебе с лобного места. Приветствую, приветствую, неожиданно, конечно. Специально ради тебя сегодня на проект приехал Иосиф. Да? И он не понимает, что за претензии у тебя к нему. Что такое? Да у меня претензий, просто Саша очень много посылает постоянно, блин, как мужчина просто. Я не знаю, женщине сложно назвать этого человека. Уже хочется, чтобы кто-то ответил за ее вот эти слова постоянно. Ну так это Саша, это же ваши взаимоотношения, она сама и ответит. А то есть это не он вчера, да? То есть тоже дрался, нет? И базарил, не он, наверное, вчера. Вопрос, каким боком я? Слушай, тут вот рвется в бой Саша. Я думаю, что стоит мне ей дать нет, телефон. Нет, я не хочу с ним разговаривать. Саша, я давай, поговорю. А Иосиф рядом, вот. Мне он против. Иосиф может поговорить с Димой. Я могу мне он против. Давай, давай. Я могу поговорить, мне несложно. Здравствуй, Дмитрий. Приветствую, Иосиф. Да, я слушаю тебя. Я в шоке просто с твоей жены. Почему? Подожди, стоп. Происходит? Стоп. Во-первых, ты эту женщину выбрал? У тебя была к ней симпатия. Кто-то говорит, что любовь. Если вы не можете разобраться в своих чувствах, эмоциях, причем здесь я?
чего началось опять? Не, просто интересно. Не хочу я ее как мужчина, я устал. Ну, тогда поставь точку. Да какую же ты? Да откуда я знаю, Саш, я сейчас... Без мата, ребят. Поеду в Химки, она бежит за мной, как марафонцы бегают, препятствия просто. Я ну, точно. Химки, это все твои мечты. Это все твои мечты. Господи. Осип, помоги мне, Лёнь. Ну и ты понимаешь, это я 4 года пытался сделать, чтобы она бегала, понимаешь? А тут она забегала. Ну, не, ну я хорошо. Приходи, ты простройте семью, пожалуйста. Спаси меня просто и... Блин, я не могу разобраться без тебя, понимаешь? Это просто... А это спасать просто... тебя от чего, я стесняюсь спросить? Плевал, я тебя как-то доставал или что? Плевал. Правильно, плевал. Почему? А ты не плевался? Все просто, был ужас реально. То есть я уже заикаться начал. Смотри, был действительно вчера ужас, но этот ужас был не только с моей стороны, но и с твоей в том числе. Нефиг меня оскорблять. Так ты сам начал оскорблять, ты меня... Если ты забыл. Короче, вспоминай. Давайте так, ребят, вы свои вопросы потом решите. Это слишком много негатива между вами. Я слишком позитивный. Все, Дим, давай, если захочешь, напиши, поговорим. Сейчас, не скидывай. Подожди, еще вопрос тебе у меня Антон есть, хочет пару ласков сказать. Да. Один сплошной негатив. Дим, вчера же был твой день рождения, насколько я помню. Вы пели с Илиной песню. А в это время твоя мама спокойно разговаривала с Сашей Черно. И все было интеллигентно, красиво, замечательно. Что потом случилось? Господи. Почему летали вещи, ты разругался со всеми, и ты сейчас не на проекте? И все бывает, то, что с петель срывают. Вот эти шмотки Игоря, которые мне подарили, ну это же реально зашквар. Почему меня позорят? Игорь, шмотки? Почему ну прекрати рассказывать, шмотки? Что шмотки Игоря, вся страна подумает, что действительно это так. Это же твои сделал? Были. Илина подарила тебе подарки, красивые вещи вчера. Тут есть в Москве очень много красивых, ну, разных стилей одежды. Дарить именно стиль Игоря, это чисто, ну провокация. Слушай, ты дошел, мне кажется, просто к чему прикопаться. Ты вчера был доволен. Я видел, как ты надевал эти вещи, вообще тебе все понравилось. Ты выходил, все ребята смотрели. Серег знакомый, как Игорь. Честно, костюм Игоря. Но потом, короче, как-то понял, что это, ну, это не я буду, короче. Я такой, какой есть, и чей-то стиль мне не подходит. Потом просто... вы вместе пели с Илиной песню, тебя это все радовало, и все так, было замечательно. Костюм надо было повторить в спортивном. Это, знаешь, улыбка сквозь слезы. Ой, да не выдумывай. Ладно, Дим, хорошо, когда придешь в себя, когда ты там настроишься, мы тебя ждем на поляне, и Саша, и Лина тебя ждут. Нет. Так что ждем. Я рэпер, я на рэп волне, короче. Давай, до встречи, пока. Вы знаете, я побыла. Здесь, значит, у вас 4 месяца. Я никогда не думала, что подожди, я... Ну, хватит, я никогда не думала, что я это скажу, правда. Йося, это просто это самый лучший мужчина, которого я видела просто в своей жизни когда-то либо. Я уже готова даже с этими 10% мириться. Да все, уже хватит. Я, спасибо. Ты вы даже готова принять. Спасибо. Эту иронию, эти колкости. Вы меня научили, вы мне показали. Ах, вот не ценил, ах, вот тебе, да, пожалуйста. Хватит. Сейчас, Йосичка, пожалуйста, вернись, я все прощу. Такие Дом-2 все-таки воссоединяет семьи. Спасибо, я прошла здесь все круги ада. Йося, Юшка, вернись, сейчас, я пожалуйста. Все прощу, сказала Саша. Йось, ну это ключевые слова, самое главное. У меня даже слов нет, понимаете, как на, не знаю, как на этот бред отвечать. Это не бред, это правда, Йось. Ты знаешь, если слов нет, мне кажется, это значит да. Да, пусть будет так, да. Целуй свою жену, да, сейчас. Законную. Ага. Давай, она уже тянется. Так, тебе давайте я зубами. Скажу. Давай, Йосиф, страстный поцелуй, как у нас Саш, на проекте всегда ну прекрати, всегда ну бывает. Правда, ну детский сад. Короче, вопрос Саши закрыт, мы ничего с ней... Ничего не закрыто. В более-менее хороших отношениях, как отец и мать, не более того. Что касается ее отношений с Илиной, с Димой, я в целом... К этому никакого отношения не имею, и мне не нравится, когда меня упоминают, еще и оскорбляют. Это отдельный разговор, что ну да. Если Саша не умеет за базаром следить, это вопрос к мужчине, который не смог ее утихомирить. То есть ты считаешь, что Саша вцепилась в тебя только потому, что Дима вчера у нас улизнул Саша, из поляны и из ее рук. Саша не нравится... мой вердикт, но то, что у нее есть чувство к Диме, это правда.
Знаете, почему она это говорит? Я сейчас вам объясню. Вот мы же все знаем характер Йоси. Нет, я серьезно говорю. Те, с кем я больше общаюсь здесь, прекрасно знают, что больше всего на свете меня бесит. Я очень бурно на это реагирую. На то, что говорят о том, что у меня есть к Диме хоть какие-то малейшие чувства. И Йося знает это все. Йося, зная это все, сейчас пытается, конечно же, специально... Да, но ты уже сказала, что готова мириться даже с этим. Нет, не поймите неправильно. Это вопрос также вот даже на примере Саймона. У него есть чувство к Эльвире, но из-за того, что... Я к примеру говорю, как люди умеют в себе тушить этот огонь. Она это делает специально для того, чтобы, ну, видеть то, что, ну, там, как бы не то, что он не даст ничего, а то, что это не тот фрукт. Да, к нему есть что-то. Он не тот фрукт. Ешь, а ты вопрос она в другом, это осознала, вопрос в другом, что она со мной это быть не хочет. Кто тебе сказал? Ну, ладно, что она не хочет, я-то не хочу. Кто тебе сказал, что я не хочу? Ну, Антон, я-то знаю ее как 5 копеек. Кто тебе сказал, что я не хочу? Саш, я тебя знаю. То, что тут хочешь, это ни о чем не говорит. Давайте обсудим все-таки, возможно ли воссоединение. Или это всего лишь месть Диме со стороны Саши? Элина. Элина, месть. Давай честно, по-честному, давайте, Элин. Смотрите, наблюдая за вчерашней ситуацией, которая происходила ночью, у Саши есть чувство к Диме. Это 100%. И то, как Дима реагировал, наверное, он что-то тоже там испытывает. Возможно, не как мужчина, но какая-то эмоциональная привязка к ней есть. Сейчас Саша, я думаю, перед Йосей, это не действительно она хочет его вернуть. Конечно. Это момент такой, что я думаю, как, наверное, Саша часто боится одиночества. Вот сейчас она, наверное, понимает, что нету вокруг парней молодых пока, что нету с кем можно пофлиртовать, еще что-то. И, конечно, есть Йоська, который, в принципе, должен ее всегда принять. Это мнение Элины. Давайте, кстати, посмотрим на вчерашнюю разборку Саши и Димы и попытаемся через эту разборку понять, что же там на самом деле происходило. Да, я пройду. По сути, смотрите, по сути. Вот, не, по сути. Не трогай. Не трогай. Смотрите, не трогай. Не контакт. Вот такие вот эмоции были вчера, но пока вы не слышали, а я вот слышал, Саша сказала, я ради тебя брошу пить. Понятно, что тут как бы всякие игрушки туда-сюда. Как бы отчасти, как бы Элина тоже, да, как бы была права, что сказала, я сейчас не про чувства, а про другое, да, про то, что, конечно, действительно, там, я боюсь одиночества. И, конечно же, повторюсь, да, то есть этот вот круговорот мужиков непонятных абсолютно, да, то есть как бы действительно привел меня к тому, что... Ну, Йоси действительно был лучший, и уходила я от него за эти вот 10%. Может быть, либо я просто опустилась на супер максимально низкие вибрации, да, как бы сейчас, и вообще непонятно, что происходит. Алкоголь, тусовки, какие-то типы вообще левые, непонятно, что происходит. Вот, и видя как бы всю эту историю, я как бы понимаю то, что в Йосе как бы, да, присутствуют действительно недостатки, но, ну, как бы там, в общем и в целом, для семейной жизни он мне подходил. Просто некоторые вещи я не могла с ними никаким образом мириться. Либо наоборот, действительно, как бы я просто уже соскучилась по этой семейной жизни, и нужно, не знаю, там, действительно идти дальше, работать над собой, как бы отпустить уже Йосю, все, не дергать его больше вот никогда. Это вот правильно, кстати. Я просто в целом рассуждаю. Вот, но, с другой стороны, я думаю, блин, а почему бы, например, а может быть, действительно, на третий раз уже получится? Ведь потому что, если, например, человек будет видеть и мои изменения, наверное, он и ко мне прислушается тоже, да, что действительно было не так. Ты говоришь, Йось, то, что вот, там, типа, там, слишком много сделано, но мы с тобой были не вместе. Йось, я тоже много чего тебе прощала ранее. Чего? Ну, как бы, действительно, всякое бывает в жизни у людей. Бывают Саш, расходы. Услышь меня. Вот это вот то, что происходит, это твоя жизнь. Эту жизнь я не приемлю. Если ты хочешь что-то поменять, изменить, начни с себя. Не просто посты в социальных сетях, а начни уже делать. Да, что мне смотреть, Саш? Чтобы смотреть, нужно видеть результат. Если мы с тобой сейчас приходим к тому, что, независимо от того, получается у нас или нет. К чему ты хочешь прийти? Если мы сейчас с тобой приходим к тому, чтобы попробовать еще раз. Нет, мы не приходим к этому. То, говорю уже, как бы, в своей жизни я готова корректировать некоторые моменты. 100%. Саш, ты свою жизнь корректируешь. Стоп, подожди, тебе нравится эта жизнь?
Ну, нет, конечно. Ну, я если бы не нравилось, ты бы, наверное, изменила. Я трезвая и я пьяная, это два разных человека. Да, плевать, трезвая, пьяная. Ты постоянно совершаешь одни и те же ошибки. О чем мы можем говорить? Понимаешь, о чем говорит Йося? Он говорит про то, что вот закончи все эти истории. У меня нет историй. А скорректируй поведение свое, и все будет. А ну, ты говоришь о том, что давай попробуем, давай воссоединяться, и я потом что-то изменю. Не потом. Если мы, например, вот сейчас, сидя на этом лобном месте, принимаем решение о том, что мы сходимся, это а происходит сегодняшний день. Вот ты можешь взять и поменяться. Если нет, то значит... Если это увидит и вернется к тебе. Но нет, 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 нет. Если нет, значит, мы навсегда закрываем эту историю. И, в общем-то, все. Я, для меня странно, когда мы проводим параллель через изменение мужчина. Еще раз, чего? Ты проводишь параллель, я изменюсь через меня. Понимаешь, он хочет увидеть твои изменения. Если ты не хочешь меняться для себя, то о чем можно говорить? Каждый человек должен делать что-то для себя. Если тебе нравится такой образ жизни, я здесь при чем? Хорошо, а если, например, не знаю, там, для меня на данный момент, например, это такой стимул. Может быть, я не могу сама остановиться. Ну, это же тоже стимул, нет, понимаешь, это не семья. Стимул. Ну, в смысле, нет, семья. Ну, у тебя год был такой стимул. Нет, у меня год мы с тобой не вместе были, Йось. Ну, о чем говорить? Хорошо. В любом случае, что я вижу? Я вижу, что Саша готова и настроена на воссоединение с Йосей. У нее есть это желание. У Йоси, мне кажется, тоже есть. Просто пока он немножечко ломается, набивает себе цену. Но я уверен, Йось, что в глубине души ты ждал возвращения Саши. Я это знаю. Я знаю, как ты ее любишь. Что это главная любовь в твоей жизни. Чего? Давайте еще мнение услышим. Кеннели, да. Вот ты видишь ребят со стороны, может быть, ты не так их близко знаешь, но твое мнение. Вот сегодня увидела как раз первый раз их взаимодействие, и реально они смотрятся, они подходят друг другу больше, чем там Дима хулиганы, разные там парни, которых приписывают Саше. Она стала утром там, начала что-то готовить, я прям видела, как у нее вот глаза вот горят, реально. Не знаю, честно, я верю в эту пару. Я считаю, если есть ребенок и есть желание, стимул сохранить, то действительно лучше сохранить, потому что для Саши это будет мотивация изменить свою жизнь. Не все могут взять вот так просто извиниться. Многие меняются ради кого-то и ради чего-то. Поэтому я считаю, да, им надо попробовать. Ну вот пусть ради меня и меняется, дай бог ей. Ну с тобой это было бы проще, понимаешь, стимул. Со мной не было бы проще. Стимул, вот ради меня хочешь вернуть, меняйся. Йось, но до сих пор вы еще в официальном браке. Это развода как не было, так и нет. Это вранье. Твое вранье, Йось, это ты обманул Сашу. Где тогда свидетельство о разводе? Вот. Будет через две недели, что ты сказал. Ты все время говоришь, через две недели, через неделю, через месяц. Нет, было месяц, до праздников это откладывали. Да что ты чешешь, не разведены? Ну ты хочешь просто этого, я понимаю. Ну поздно. Да мы вторую свадьбу собираем. Суть-то не в этом. Ну правда, мы все Давайте знаем, так. что вы не вопрос, разведены. Вопрос с Александрой Чернявской у нас закрыт. Она идет своей дорогой. Мы видели эту дорогу, я своей дорогой. А если дорогой. Она изменится? Она не изменится. Короче, значит, Йоси нужна была... Ну, просто я, например, делаю выводы, что Йоси, видимо, нужна была эта некая сатисфакция. Какая сатисфакция? Ее получил. А в чем моя сатисфакция? А в чем сатисфакция, мы узнаем после лобного места. Оставайтесь с нами, далее еще масса всего интересного. А в чем моя сатисфакция? Йось, я тебе нормальный варик предложил. Какой варик, Саш? Ну, правда, ты же... Лучше тогда башляй уже. Я сказала, больше мы к этому разговору никогда возвращаться не будем. Аккуратно, чуть голову не разбила. Нос еще нужно сделать. Друг познается в беде, согласна? Так. Так вот, когда Саша, получается, перед тобой извинилась, почему ты не приняла эти извинения, а наоборот... Приняла, сделала выводы. Нет, проблема? А в чем ты сделала выводы? Сделала выводы, что нам не по пути с таким человеком. А почему? С каким таким? Ну, который может подставлять меня. А так она тебя не подставляла? В смысле не подставляла? Йось, ну давай уж... Блин, нет, а я не понимаю, защищаю ее, просто надо интересно. Нет, зачем мне защищать ее? Жену надо нет, защитить. Не надо, мне просто интересно. Йось, ты прикалываешься? Друг, смотри, если человек извиняется. Просто вопрос, тебя смутил тот факт, что узнали о том, что ты гуляешь? Либо то, что она слила это? Что она это делает для тебя Димы? Для чего? Мне не подходит такая история вообще, в принципе. Так она же тебе объяснила, что это было. Слушай, как... Йось, как объяснила Саша, это не так было. Чего сейчас мы эту тему будем поднимать? Мне интересно просто. Рассказать, как было реально, что она все видео Диме отправила. Ну и что? Что значит, ну и что? Я ушла в эти низкие вибрации. Ну. Вообще просто на самое дно. Где, блин, я не знаю. Просто такая лютая жесть происходит. Какие-то вообще круговорот этих непонятных, блин, малолеток тупых, бестолковых, которые вообще мне по факту нафиг не нужны.
то, блин, говорю, я понимаю то, что да, в связи с этим совсем, конечно, я понимаю то, что Йоси, блин, просто был самым лучшим, неповторимым и вообще самым-самым. Но мы все равно с ним разойдемся через время, потому что у него есть эти минусы, он не изменит их никогда в жизни. Вот, а нормальный сюда не придет, Антон, никогда. Мой. Слушай, вот возвращаясь, да, я же тебе говорил уже, вот мне кажется, Элина была вот отчасти права в том плане, что, пойдем туда, что, понимаешь, тебе обязательно нужен кто-то рядом. А зачем? Ты должна и без этого, и без мужчины, если даже мужчины рядом нет, это не трагедия в жизни. Какое-то время бывает такое, что мужчины нет. Мужчины нет, да. Ну и что теперь? А я хочу в семью уже. Вот о чем речь. Я нагулялась. Я хочу семью. Быть со мной она не хочет, это 100%. Если бы человек хотел быть со мной, она бы уже начала меняться. Она бы начала предпринимать действия, потому что, ну, была возможность. Саймон конченый. Это сказал Альфонс. Так, успокоилась, выдохнула. Выдохни. Слушай, сижу на Лобном только вчера. Вот этот вот якобы мужчина, да, который говорит о том, что у него все в норме, понимаешь, весь он такой вот в ресурсе. Извиняется передо мной, искренние извинения. Я прям даже такая думаю, ну ладно, поверим, примем мы эти извинения. И сегодня, да ты такая, да ты сякая. Сижу просто расплываюсь в улыбке, думаю, господи, ты сам себя закапываешь. Ну просто, уже просто ниже плинтуса, уже опустился. В очередной раз показал свое лицо. Свое лицо! Да. Он каждый день его показывает, он себе же делает хуже. А я сижу и улыбаюсь, потому что, ну вот, у меня получилось... Показать ему истинное лицо. Я не готов видеть надменность, молчаливое хамство. Не готов видеть какой-то элементы пренебрежения на лице. Слушай, я знаешь, что заметил? Что она, вот как эта тема появилась с беременностью. Да. Она прям четко, прям вот знаешь, такая все. Знаешь, как все бабы офигевают? Да. И она вот так же. А нет, так не будет. То есть, если она думает, что она будет по мне ездить, я сразу это просек. Я это сразу увидел, просек, такой думаю, нет, нет. Не то, что ездит, но она вот в эту играет уже тему. Именно, уже играет, да. Уже, да, видимо, это уже... Ты слышал, что уже мне не... Ты уже здесь никто, ты там что-то еще, я да, сама. Да, то есть, когда... То есть, ты вообще понимаешь, в чем прикол? Мы обсуждаем тему возможной беременности. Она уже знает. Все... То, и вот вы... То есть меня, я же говорю, меня никто не поймет здесь. Никто не поймет, почему так получилось. Но она, значит, знает, какие фразочки нужно говорить. Кидать. Какие будут максимально болезненными. То есть тут говорят о том, что мы можем быть возможными там родителями. Ты здесь никто, тебя тут никто не ждет. Она знает, что говорить. Между друзьями всегда происходит недопонимание. Но когда друзья, настоящие друзья, они же этот вопрос сразу закрывают. Но ты же его не закрыла. Вы очень круто перекручиваете настоящие друзья. Я спрашиваю должна была закрыть. Нет, я не согласна с тобой. То есть вы не настоящие друзья. Ты очень круто, еще раз говорю, вот вы в этом, Саша, сейчас молодцы. Вы перекручиваете ситуацию, что значит, я-то натворила. Видишь, как ты воспринимаешь? Нет, это вы сейчас так это перекручиваете. Нет, еще раз. Вы перекручиваете ситуацию. То есть когда, значит, человек поступает плохо, это лучший друг. А я не лучший друг, потому что я не приняла эту ситуацию. Подожди, бывает такое, когда друзья поступают, но не всегда хорошо. У тебя есть эта самоцель. Обязательно должен быть рядом кто-то. Поэтому ты и бросаешься на таких, как Мещеряков. Вот казалось бы, знаешь, вот ну реально, на первого встречного. Хотя вообще как бы... Мне кажется, что можно сейчас немножко вот эту цель убрать из своей головы, что обязательно должен быть рядом мужчина. Ну побудь ты одна, позанимайся собой, позанимайся работой, позанимайся развитием. Чего тебе так это ты вбила себе в голову, что должен быть обязательно кто-то Потому рядом? Потому что я одна, Антон, у меня нет никого. Я одна. Конечно, я хочу семью. Это моя самая-самая главная цель в жизни. У тебя есть сын, вот у тебя есть сестра, у тебя есть тоже друзья, близкие, знакомые. Так ну что значит ты одна? Ну даже если ты одна, мы все одни в этом мире. Саша говорит мне о том, что хочет, чтобы Стефан был здесь чаще, чтобы ты был здесь. Так. Может быть, действительно стоит взять и попробовать, знаешь, нет. Как говорится, в третий раз? Нет. Почему нет-то? Нет. Ну, ты можешь мне объяснить свою позицию? Категорично. Ну, у меня жизнь идет дальше, в чем, как бы, дела, занятость. Слушай, у тебя сейчас жизнь, она, твоя основная заключается в том, что ты занимаешься сыном, ты занимаешься ребенком.
Основная нет. Да. Основная занимается собой. Ты можешь действительно заниматься собой и сыном, в том числе и здесь. И пробовать что-то, какое-то общение с Сашей. Как раз смотреть, получится что-то или нет. Ничего не изменится получится. Она или нет. Так, изменишься а здесь, ты или нет. Я и ты увидишь меня... это здесь. Да, ты не слышишь меня? Не слышу. Я не понимаю позицию твою. Человек, когда хочет, он берет и делает. Саша не хочет. Она хочет, но она хочет другого немножко. И то, чего она хочет, она берет и делает. Быть со мной она не хочет, поэтому она ничего не предпринимает и находит оправдание своим словам, говоря о том, что ну ты скажи, а я сделаю. Это самообман. Блин, я начинаю ощущать, что у меня ноги стали затекать. Вот ты куда навалился? Не знаю, ноги отекают, становятся в течение дня. Ну, я не знаю, может, это что там ходишь или то ли что. Но они потом такие опухшие прям к концу дня. Ну да, у беременных затекают ножки. Расслабь. Ты что только напряглась. Слушай, ну у тебя хорошо беременность проходит, я тебе так скажу, подружайка. Я тебе так скажу, я знаю. Я смотрю на некоторых женщин на своем сроке, которые уже пишут, что они набрали там 20+. И я просто в шоке. Как? Они кушают. А, не надо, я так не люблю. Они кушают много. Это что, носочки такие, да, Викуля? Угу. А ты что легла? А, хотела полежать, чтобы у меня это ножки расслабились. И, Йось, еще к тебе у меня вопрос. Вот без условий, да, без если бы, без всего. Если Саша действительно начнет меняться, не только на словах, она делает, она сейчас покажет новую Сашу Черно. Ну, вот и ты это увидишь. Вот если ты это увидишь, ты пойдешь навстречу или нет? Ну вот когда я это увижу, тогда и поговорим. Нет. Вот я хочу сейчас понять. Я не хочу, чтобы это было ради того, чтобы что-то со мной. Не важно ради чего. Ты мне скажи сейчас. Нет, сейчас это Саша важно. Том, что, это типа, важно. Это, нет, это не важно. Точнее, это важно. Вот. Это важно. Она должна это сделать ради себя, а не ради меня. Ради себя если, она ну, это вот сделает. Если ради себя она этот шаг сделает, и я увижу за этот месяц, что есть кардинальные какие-то изменения, ну тогда мы посмотрим уже, что я не могу загадывать. То тогда ты сделаешь шаг навстречу или нет? Все может быть. Тогда мы можем говорить о воссоединении? Ну, я не верю, что она это сделает. Он говорит, ну ты вот извинись, а там посмотрим. Конечно же, это считывается как надежда, 100%. А, просто он так говорит, потому что тот образ жизни, который я веду сейчас, для него аморальный, и он ему не подходит. И я его в этом понимаю. Хочется какого-нибудь питомца, чтобы ухаживать за ним. Мне хочется прям за кем-то ухаживать. Вот за Мадым. За мной ухаживай. А-а-а, мне на ногу висело. Не ближе. Ну давай рыбок хотя бы посадим. О, давай посадим ты. Посадим. Давай я твоя рыбка буду. Не-не-не, а давай мы 3 рыбки купим и 3 рыбки пустим у нас в аквариум на кухне. Одна рыбка я будет. Я уже делал так. Одна рыбка будет я, а вторая рыбка будешь ты, а третья будет Леон. Да я уже 5 туда сажал. Ну и что, давай. И большие посадим. Рыбки поели. Ну, хочешь, я буду твоя рыбка. Значит, надо большую рыбу. Я буду когда купаться в этом, в душе. Не в душе, а в этом, в кабинке. Ты будешь так приходить в костюмчике, в этом, в сеточку, да, и протирать мне этот, как его, аквариум как будто, а я... Будет у тебя большая рыбка, Викулик. Даже рыбок нет. Не, Викулик, не хочу ничего. Ну, давай попугая. Какого попугая? Нет. Дайте мне. Пока, стажусь. Вот опять ты забираешь мою положительную энергию. Стефан, обними маму. Мама по тебе соскучилась. Обними маму. Обними мою зайчку. Обними. Не хочешь? А папу иди обними. Папу иди обнимай. Папа обними. Нет, ужасно больно. Ай. Ты что маму бьешь? Поцелуй маму. А ты чего? Ты чего хоть обижаешь маму-то? Как кошечка делает? Вот так? Поехали домой. Да. С мамой останешься? Папа. И с папой папа тоже. Останешься? Да. А с мамой останешься? Нет. Папа. А если папа здесь останется? Ага. Ну, вставай сюда. Да, Саш, с ума сошла. Ой, у меня люди сегодня. Какие? Гости. И по старой доброй традиции мы будем сжигать чучело. Но это не просто ритуал сожжения чучела. Это также мы отпустим все самое тяжелое, негативное, все ненужное, чтобы наша жизнь наполнилась только самым нужным, светлым и хорошим. Да!
Поэтому сожжем мы и чучело, и все лишнее! Но мы должны каждый озвучить, что же мы сжигаем. И начнем мы с Александры Черно. Сашка, что сожжем? Старые обиды, каких-то ненужных людей в моей жизни. Чтобы, в общем, все у меня было так, как я этого хочу сама. Йося! Я присоединяюсь, сжигаю тоже обиды и ненужных людей. Я сжигаю лапшу, которую мне вешали на мои ушки очень плохие люди очень долго. Я хочу сжечь одинокую жизнь, потому что у меня уже не одинокая. Все самое плохое. Воздух и только хорошее. У нас сердце. Да, молодец. Викусик. Я хочу сжечь свою привычку торопить просто время. Бешено торопить время. Я хочу наконец-таки научиться кайфовать и наслаждать в моменте, а не задумываться и поскорее хотеть уже то, что должно быть в будущем. Отлично, отлично. Я хочу сжечь надежды. Надежды о призрачном и светлом будущем. Даже взял с собой предмет, чтобы он как-то символизировал. Вот я в баньку один раз ходил, а он мне особо не помог, да. А с кем ты в эту баньку ходил? А? С кем ты в эту баньку? С Элькой ходил в баньку. Очень мощно. Друзья, ну, а я бы хотел сжечь, наверное, страх того, что я буду всегда где-то далеко от детей и не смогу их уберечь. Я за это действительно всегда переживаю. И надеюсь, что у меня никогда не будут обид с моими прошлыми отношениями. Поэтому я сжигаю страхи и обиды. Я не хочу сжигать никаких людей, но хочу просто сжечь те картины, которые я нарисовала в своей голове. И все-таки хочу жить то, как идет, то, что мне предоставляет судьба. Отлично! Лиза! Я хочу сжечь чувство вины и стыда, потому что я какие-то ошибки совершаю, постоянно себя виню, и я хочу это сжечь. Хочу пробовать жить ярко и не задумываться обо всем. Чтобы не мешало жить. Да, чтобы не мешало жить. Все. Эльвир. Я же хочу сжечь то, что приносило в мою жизнь какие-то негативные эмоции, грусть, возможно, агрессию, чтобы этого больше в моей жизни никогда не было, и чтобы мою жизнь просто окружали всегда только позитивные люди. Сжигаем грусть и агрессию. Да. Клава. Я сжигаю душноту Игоря, чтобы мои шутки наконец-то ценили. Но и самое главное, сжигаю всех своих бывших. Давайте поаплодируем друг другу. Я считаю, что с чистым намерением. Мы большие молодцы. Спасибо большое вам, что действительно поделились самым сокровенным. Пришло время сжигать, друзья. Весь негатив и чучело. Продолжаем масленицу ярко. И все вместе. И все вместе. Все на